На полях района полным ходом идет уборочная страда. В не самом большом по местным меркам, но всегда держащемся на высоком уровне хозяйства сельхозтехника, было посеяно 1700 гектаров озимой пшеницы, 360 гектаров ячменя, 260 гороха, 100 кукурузы. Имеются подсолнечник и гречиха. То есть присутствует полный набор культур для научно обоснованного земледелия и севооборота. Несмотря на то, что год выдался не самым простым, директор предприятия Александр Сушков оценивает урожай как высокий, чему во многом способствовало обновление технической базы. В этом году, конечно, сложный год был, потому что с весны сильно засушило. Земля у нас находится по пойме реки Тихой Сосны. С двух сторон, одна сторона супесчаные земли, которые, вы знаете, что как только засушит, становится как асфальт земля. Ну и как бы там ни было, в этом году все равно получен неплохой урожай благодаря использованию новых технологий, внесения, значит, тех препаратов, которые позволяют стимулировать рост. В среднем сейчас у нас идет урожайность около 30 центнеров. Некоторые поля дают и до 50, а некоторые, значит, в зависимости от как это сейчас поле супесчаное, и поменьше. Сельхозтехникой в этом году были приобретены сеялки «Веста» и «Амазон», а также трактор и комбайн по федеральной программе. Мы участвуем во всех программах, которые есть. Мы приобрели трактор по белорусовской программе, которая правительство Белоруссии, значит, ставку рефинансирования нам возвращает. В этом году приобрели, вот как раз работает комбайн «Вектор» по нашей федеральной программе со скидкой 15%. Это для хозяйства в пределах 700 тысяч. Это, конечно, очень выгодно. Разумеется, одной новой техникой высоких результатов не добьешься. Нужен еще и квалифицированный персонал. На тракторах и комбайнах в сельхозтехнике работают опытные механизаторы, а для более простого труда Александр Сушков начал привлекать молодежь, что является сейчас новой и явно положительной тенденцией. Говорят, нет у нас молодежи. Вчера столкнулся звонок с фонда занятости. Значит, не возьмете молодых ребят для работы в себе предприятии. Ну, согласился, телефон дал, вот, созвонились, и необходимо было там провести простые работы, дорогу расширить, обкосить, разрубить, прорубить. Вот. И встретился с молодежью, пригласил, приехали. Мне очень понравилось. Во-первых, никто не курит. Это раз. Занимается спортом, два. И мы обменялись телефонами. Буквально вот на днях будем вести уборку гороха. И я приглашу их обязательно поработать на такого у нас. Помимо ООО «Сельхозтехника», Александр Сушков руководит и крестьянско-фермерским хозяйством, куда сейчас завезли телят. Об этом мы тоже обязательно расскажем в одном из следующих выпусков новостей.